А вот карате из этой же посылки. По-моему, я ему ничего не делал. Это не мой. Просто неисправный, видимо. Тут нужно угадать еще с разъемами. Чего только они тут с этими разъемами не напридумывали на заводе. Изготовитель. Включил. Ток есть в районе 20 миллиампер. Но на прием ток нормальный. В тангенте ничего, никаких шумов. Открываем. Кварц меняли. Контура не крутили. Тут пробовали крутить. Это прием, это передача. Тут неизвестно что. Но это не. Я не думаю, что это мое. Да, это уж точно не мое. Что только тут не мудрили. И тут параллелили. Это не мое, но кто-то мордовал. Две релюхи. РПС-32. Хорошие релюхи. Диодик один. КТ-904. Но это точно не мое. Я такого не помню, во всяком случае. Не то, что не делаю, не помню я такого говнеца. Так, ну, для начала нужно, чтобы усилитель зашумел. Хотя бы. Прежде всего нужно убедиться, что сюда динамик включен. Если две релюхи, тут просто может... Микрушка тут у меня стоит. Тангент это моя. Нужно убедиться, что хотя бы динамик сейчас включен на тангент. Нет, даже не подходит. Динамик здесь не распаян. Тут динамик щелчит с этой стороны. Вот на этих двух ножах. А там с одной стороны ничего не подпаяно. Надо. Я же говорю, эти разъемы ничего не значат. 6 концов задействовано. В этом случае, согласно схеме, должна быть одна РПС. А тут две. Попробуй угадай. Так, динамик первый. Сымитировал тангент. Шумит. Так, теперь посмотрим, какая частота. Вообще ничего. И по уровню ничего нет, и по частоте не видно. Сейчас попробую сюда подоткнуть похожий кварц. Кварц на 2300. В наглую подтыкаю. И на осциллографе есть. Так что этот код надо его выпаивать и смотреть, что там
Что там за кварц? Откуда он что взялся? Я к тому, что этот кварц тычу сюда, он генерит, все, схема исправна, все мои цепи исправны, измерительные. Что бывает, где-нибудь что-нибудь забудешь. Дело в кварце, который тут стоит, надо его вытаскивать. Паяльников мощных у меня нету. Погорели паяльники. Хоть кино специальное снимай, ремонт паяльников. Но это по-любому не мой кварц. Я не затираю сроду, мне тут тень на плетень не навожу. Интересно, конкуренты какие-то появились. Ну, в общем, тут что-то невообразимое. Так. Так, сейчас, в общем, худо-бедно дает диапазонный генератор. Стояло 100 микрофарад, это много в контуре генератора диапазонного. Замазан, я так не мажу. Кварц угнали, но более или менее, я не знаю, подозрения есть, кто это делал, но я не знаю. Амплитуда не бог весть какая по полвольта. Но дает. Вот что включено. Перекрытие тоже, вот скажем, по частоте. Но амплитуда-то падает. Так. Сверху 360 Гц. Батарею надо менять, мигает. Снизу 860. Ну, можно выставить где-то чуть поменьше. Вот, вот обычно так работает. Менять нужно батарею. Передатчик. Эквивалент. Выключим. Так, с этим разобрались. Диапазонный более или менее. Его надо выключить. В смысле, частомер помеху серии. Так. Вот сейчас чутье я посмотрел, чутье на удивление хорошее. Микровольт тянет. Так. Даем тональник на эквивалент. Плохо видно. Так, ну амперметр показывает 0,3 ампера, шкала 0,6. Индикатор светится. Ну это максимально. Тут плохо видно, сейчас буду смотреть. Вот выдает, так, на 10 вольтах, ну где-то 10-12 вольт, может быть, сейчас, ну можно померить. Так, по частоте бы посмотреть, ну давай посмотрим. 17,86, ну вот 1300 Гц, это тональный генератор дает. В диапазоне, да. С голоса что? Ток выставлен, в режим А загнали. Вот это я хотел обратить внимание. Раз, раз, вот, раз, два, три, раз, два, три.
Раз, два, три. Чистый режим. Сейчас померяю напряжение. Они за счет этого режима хитрованы загоняют. КПД, говорит, у него херовый. В режиме А у него КПД очень херовый, нормальный. Я не утверждаю, я не знаю, кто это делал. Так, сейчас в альтметрах хочу померить точно, какая мощность. Так. Вольтметр включ. Вот светится. Чуть больше 9 вольт. 10 нет. 9,5 пусть будет. Вот что на осциллографе дает. Ну давай считать, сколько это будет. Мощности. Девять с половиной умножим на 9,5 и разделим на 75. 1,2 ватта. Ну это, конечно, побольше, чем его там 0,5-0,7. 1,2 ватта. Можно и так мощность поднимать. Но зачем тогда рассусоливать насчет КПД в режиме А против режима АБ. Буду сейчас или не буду? Подумаю. Цеплять свою повышение мощности или не цеплять. А тут что-то вообще наколоверчено, да просто голова кругом. Особенно вот тут. Сроду таких схем не было.